Время 7:30 утра. Я проснулась. 5 еще не было. Мы уже идем. Сашкины мама и папа заняли уже место в 6 утра. У нас в местном дендропарке. Вот лес. Вон. Они нас ждут. Он говорит, там уже очень много народу. Вот. Мы идем. Вот. Я налегке. Саш, дай мне хоть пакет один. Вот идем достаточно далеко, под какой-то трубой надо идти, вроде как. Оказалось, идти нужно через пути. Вот, я отжала решетку. То, что тут собак так много, гуляют с большими собаками, утро же 7:30. И в случае чего, думаю, буду решеткой отбиваться, я собак боюсь. Вот. Вон они бегут. Сашка уже пошел куда-то в дыру, в заборе сейчас будет заходить, я так понимаю. Обалдеть! То есть нам вот под этой трубой идти, да? Ах, вот под этой трубой. Кстати, пахнет шашлыками. Сейчас пойду под трубой. Очень удобно. Прям безумно. О, вот под такой трубой мы прошли. Бегут. А, вижу уже даже беседки. Мы в обратную сторону, едем за детьми и еще в магазин. Вот Сашка опять под этой трубой полез. Сейчас я полезу. Мы забрали детей. О, Матвей не выспался, естественно. Вот еще вставать в 9 утра. Он не привык к такому. Вот. Зашли за хлебом. Круглым черным и выдвигаемся. Там уже все наши сидят, не хватает только нас. Вот. Мы идем, идем уже. Нам осталось чуть-чуть. Мы опять с сумками. Ух. Вот мы идем. Мне втюхали сок и колу, но кола, правда, моя. Вот. Ух. Опять с пакетами. Что-то тяжелее стало идти. Вадика даже с собой взяли. Ну, как взяли. Прям удивительно, что он пошел. Но он сейчас быстренько шашлык поест и домой бежит. Вытащить ребенка почти 18 лет с собой на шашлыки уже достаточно проблематично. Фух. Что-то там шумит. Ой, сейчас через эти пути... Вон у нас там сидят товарищи. Вон Сашка понес шашлык. Так, а что сюда еще, Сашка? Гусиные крылья какая-то. Не гусиные, утиные, а гусиные не стал бы есть. Тасылки? Этому ей сейчас 45. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот они, утиные. Утиные ножки. Просто утки, так сказать. Просто утки. Живые. Ну что, у нас уже готовы шашлыки. Мы уже поели утку, она оказалась жестковатой, а это свинина. Поэтому мы сейчас будем кушать. Не здесь, ну-ка давай, Юра. На футбольном поле. Вот на песке, это, на море будет играть. Футбол? Да. А давай, мы будем судьями, да, Надь? Ага. А как? Вы должны. Да, но... да не ссы, Валя. Не попадем. Опа. Я слабенько. Ой. Еще и корявенько. Слабенько и корявенько. Еще и корявенько. Ну, Надя, опа. Тоже корявенько. Слабенько и корявенько. Опа. О, почти. Прям между ног. Так, раз, два, три, четыре, пять. Там Вадик с воображаемым другом играет. Пас отдает. Пока не трогать, это уже штрафной. Это волейбол. Если мячик волейбольный, это не значит, что это волейбол. Нет, это
Лишний на поле. Здоровская. Нифига себе.